Это вход в АТБ, парковка, на которой паркуются многие, кто приезжает на площадь в АТБ, Белый Ангел. Проблема в том, что люди, выходя с АТБ, сами там с детьми, там с колясками особенно, попадали прямо на парковку. Здесь в это время подъезжают, отъезжают машины, и получается такое пересечение автомобильных путей с пешеходными. Это небезопасно. Мы решили сделать пешеходную дорожку, которая будет соединять эту зону с зоной площади. Суть пешеходной дорожки в том, что она будет в уровне, в отметке этого мощения. Этого и мощения площади. То есть выше, чем зона парковки. Поэтому автомобиль при всем желании не сможет заехать на пешеходную зону. Потому что здесь будет бордюр. Здесь такое корявое место, отмостка. Мы решили с работниками ДЭО, что разбираем вот этот кусок плитки. И асфальт, который будет затянут оттуда, просто плавненько затягиваем сюда. Делаем ровненькую площадку. Ну все, осталось реализовать. И проблема безопасности перехода от площади к АТБ и от АТБ к площади, в общем-то, будет решена. Дорожка такой ширины, что спокойно пройдет человек с коляской, разойдутся несколько человек. В общем, должно получиться удобно. Работникам ДЭО большое спасибо за оперативный труд. Только вчера мы собрались, оговорили схему, вышли на место, посмотрели по месту, оговорили технические вопросы, а сегодня уже полным ходом работа. Спасибо за быструю реакцию, это очень круто. Тема этой пешеходной дорожки за люксом поднимается уже не впервые, и я очень рад, что наконец-то мы перешли к ее реализации. Теперь, надеюсь, все родители с колясками, все детки с велосипедами смогут безопасно переходить от площади в сторону АТБ и в обратную сторону. Кроме этого, в этом месте нам надо будет подумать насчет целесообразности расширения именно парковочной зоны. Там есть технически возможность это сделать, расширить парковку за счет газона. Нам осталось подумать, целесообразно ли это делать. Надо ли занимать газон ради того, чтобы разместить еще там 2-3 автомобиля. Потому что сейчас можно припарковать очень много автомобилей на площадке напротив культурно-развлекательного заведения «Стекляшка». Едут тупо по площади, по пешеходной зоне, чтобы припарковаться как можно ближе к зданию люкса. Есть вариант штрафовать, есть вариант создать условия для расширения парковки в той зоне. Но здесь вот вопрос, сможем ли мы удовлетворить всех водителей или проблему езды по пешеходной зоне площади это не решит. Мы с этим еще подумаем. Все, пока.